Ровно. Буду говорить тихо, потому что тут у нас тихий час, так что не удивляюсь, если кто-то будет храпеть на фоне. Короче, я в больнице. Вот. А по этой причине я не могу делать видео нормально, поэтому не бубни о том, что у меня не выходит отель и все такое. Потому что на данный момент я тупо не могу. Я стараюсь максимально, чтобы выходили какие-то видосики, которые я могу для тебя вот с ностальгией сделал. Ну, короче, что-то вот такое будет, чтобы тебя хотя бы как-то не оставлять без дел, потому что я не хочу тебя оставлять, я в данный момент посматриваю, чтобы капельница не закончилась. Вот, короче, все нормально, беспокоиться не надо, просто была одна болячка, которую нужно было долечить, вообще говоря, довольно давно, но я ее игнорировал, поэтому забивал, а сейчас пришло время все же заняться этим делом, собственно, я и занялся. Тут у меня еще друг попал в нее, изначально вообще сюда пришел ради того, чтобы другу помочь, полежал с ним несколько дней, а потом и сам слег. Вот, короче говоря, все нормально, все хорошо, лечусь, по идее должно быть скоро все нормас, по крайней мере, я на это надеюсь, вот, и да, так что ты в курсе дел, я тебе объяснил, чтоб ты знал, теперь ты знаешь, вот, так что не бубни на тему того, что видосики там выходят какие-то не очень или что-то такое, потому что стараюсь по максимуму, делаю, что могу, прям вот вообще. И делать здесь вообще нечего. С горя читать начал. Как бы это дело все равно люблю, но тут очень уныло. Вот. Поэтому вот так вот скучаю по вот каналу, по вам всем. Поэтому надеюсь, скоро вернусь, надеюсь, скоро камбэкнусь, и мы с тобой поактивнее во все ворвемся. Ну, а пока на этом все. Надеюсь, тебе понравилось. Пока. До скорого. Удачи.